Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Встречаясь с парнем, полтора года, был сложный период в отношениях, когда мы расставались. Потом сошлись вновь. И все стало хорошо, даже очень просто замечательно. Мы начали много путешествовать, стали ближе друг к другу, более открытыми. Но уже буквально 2 месяца я чувствую раздражение по отношению к нему. И бывает, что этот человек специально выводит меня на негативные эмоции, считая это забавным. Я разговаривала с ним, объясняла, что мне не смешно, я злюсь, мне неприятно, но он считает это забавным и говорит, что я как маленькая ведусь на провокацию. Начинает раздражать также его подростковое мышление, чувствует себя гораздо взрослее рядом с ним. Не знаю, что мне делать, так расставаться не хочу и не хочу продолжать отношения, в которых очень много ссор и раздражения. Подскажите, как лучше поступить? Ну, лучше всего вам вдвоем обратиться к психологу для, как бы, проработки взаимодействия. То есть самый лучший способ — это семейная психотерапия. Вот, это первое. Второе. Вы говорите, что был сложный период в отношениях. Какой? Что там были за проблемы? Вы расстались. Это травма. Для вас и для него. Как вы с этой травмой обратились, непонятно. Потом сошлись вновь, говорите вы. Каким образом? Что произошло? К чему вы пришли? О чем договорились? Что решили? Непонятно. Вы начали много путешествовать, вы сблизились. Видимо, сблизились слишком сильно. Вы близости боитесь. Раздражение – это именно вот желание человека от себя немножко подальше как бы держать. Вот. Что касается выведения вас на эмоции, то это, скорее всего, не отреагированные обиды из прошлого молодого человека, а то, как вы ведетесь, не отреагированные обиды ваши. И какие-то невыраженные чувства ваши. Вот. Дальше, по поводу взрослости, того, что вас раздражает его подростковое мышление. Я думаю, что это связано с тем, что вы склонны подавлять свои импульсы, склонны подавлять свои желания, склонны подавлять себя, а он этого не делает, и вас это бесит. Вот с такими аспектами я и предлагаю работать вам. На этом всем. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго.